будет время. Пожалуйста, ваше угрюмое. Тормозать меня помидорами, тухлыми, яйцами и прочим дрянью. Умоляю, простите, у вас в карманах что-нибудь эдакое завалялось. Не сдерживайте себя, случай вполне подходящий. Странно, почему мне, именно мне всегда достается самый невыгодный роль? Не знаете? Спросим у метра. А? Молчи. Я понимаю, вы ждете его, его несравненного и великого, а перед вами маленький, незаметный я. Его тень. Но мы с ним похожи. Саша, вспомним что-нибудь из нашего дорогого отсутствующего. Чем он обычно начинает? Маэстро! Много уважения.
Монстр! Чудовище! Прожорливо всеядное чудовище сотнями глаз устроено. Вас надо кормить все новым и новым. Выдумал всякие штучки. Ты тоже мало. Чем вам обратиться? Что я для вас еще сделать? Это никто не знает. Потому что страшно. Вы добрые губы с таким аппетитным хрустом поедаете чипсы. И своих кумиров. Это уж просто умеет, что слышишь, что повернулось колесико. Чуть-чуть, бизнес-настройка. Не глотком. Глотком плящимся мгновение. Мгновение короткого свиста перед шефтами квартета. Секунду, когда вы забыли сдвинуть ладонью для аплодисментов. Мгновение. Вы понемногу ослабляете. И кончено. Еще минуту постоять.
свет в лучах этого прожектора. И не беспокойтесь, я не буду вам показывать свой старый номер. Я даю слово. Я еще не выжил из ума. Да я признаюсь, все эти годы я тосковал о вас. Все эти годы я мечтал быть снова с вами. Один на один. Один на один. Стоять одному на сцене перед пустым залом — это совсем не то. Это бывает, когда спектакль идет в хорошем зале, вот таком, как этот. Незадолго до выступления я пробираюсь на сцену. Горят дежурные лампы. Я подхожу под предлогом проверить готовность аппаратуры и реквизита. Кстати, на эту тему он когда-то пел. Маэстро! Я устал от всего. И от книг, и от слов. От любимых людей, от друзей и врагов. Я пресыщен землей, небесами стеснен. Словно в полной стеклянной спит сердце мое. Сумасшедший алхимик меня заключил. Сферы прозрачной навеки очить. Я подобен зародышу в чреве сыром. Я еще не рожден. Я ищу серебро философского камня, не видно пока. Сумасшедший алхимик свалял дурака. Да, так о чем я говорю? А, что я, напомните? Хотя нет, не надо, я сам. И тогда на темной сцене я закрываю глаза и говорю. Пью, вот как сейчас с вами, или играю. Нет, я воображаю, что играю, но играю я по-настоящему. Иногда мне кажется, что я неплохой актер. Конечно, поздно начинать все сначала, но... Он-то у нас умер. Кумиром. Я убил его.
Ну что непонятно? Ну что непонятно, что я это сделал ради вас? Кто у вас? Мартин Мурашко в спине, да? Нет? Я вижу, у вас нет угрызений совести. У меня нет. В конце концов, мы убили его в зените славы. Ему повезло. Ему невероятно повезло. Вы согласны со мной? Столько лет обрушить на успех. Это исключительный случай. В наших кругах его еще долго будут приводить в пример. Это пример творческого долголетия. Просить сильную удачу головой. Журналисты обязательно пишут, он выиграл успех еще лет 30, если бы жил. А что там 30? Что мелочиться? 130! 150 лет! Теперь вы знаете все, можете уходить. Да, да, уходите. Убирайтесь, катитесь, идите. Все кончено. И забудьте все, что я вам здесь говорил. Это мои ночные фантазии. Я мечтал об этом в темных залах. А сегодня эти мои слова вырвались сами наружу. И вот я. Я очутился здесь, честно. Этого прожектора, направленного на меня, все случилось само собой. Имейте в виду, я пошутил, сказав, что он умер. Он жив. Мне надо было вас немного задержать, я заполнял паузу.
Так бывает, когда звезды опаздывают на свой выход. И, пожалуйста, не говорите ему ничего о том, чем я с вами здесь поделился. В конце концов, он не виноват, что на меня нашел этот приступ безумия. И не совсем моя вина, и не совсем ваша вина тоже, что из-за вас мы теряем разум. Тихо. А что уже стоит за кулисами? Значит, мы с вами договорились. Вы будете великодушны. Договорились? Вы забывайте обо всем, думайте только о том, что перед вами ваш венец. Вот видите, свой вам будет в особом ударе. Thank you.
Что ж, сегодня прекрасный вечер. Впервые за много лет я снова на этой сцене один, как много лет назад, один. Вы и я. И никого больше. Но ведь необычно, страшно. Какое-то странное ощущение. Я помню свой первый выход на сцену. Еще помню, как же мое сердце тогда не лопнуло. Не разорвалось. Открылся занавес, и я не помню лиц, нечто слегка шевелящееся, тихо гудящее в зрительном зале. Надо начинать. Смех, свист, рёв. Да, милая публика,
Всего одна песня, 3 минуты. Но за эти 3 минуты я могу умереть 2. Да нет, 3 жизни. Потому что ваша это смерть. Я никогда больше не слышу такого. Нет, бывали овации, долги, слаженные были. И ты, объятия, поцелуи, но такого, такого я больше никогда не слышу. Небеса нахлынули, небеса нахлынули.
самое страшное, что этот первый шаг всегда делаешь один. Неважно, кто с тобой рядом поднимается к платье. Всегда один в этом проклятом луче, в этом проклятом мире. Из вечера в вечер. Из спектакля в спектакль, скажу вам больше. Вы думаете, что страх перед выступлением сосредоточен по ту сторону рампы в третьем зале? Это так. И не так. Этот страх живет здесь. Моя зависть, мое равнодушие. Нет, вряд ли что изменилось бы, только странно, что все закончилось спустя столько лет. Ведь мы в сущности. Мы в сущности так одиноки, да, господа. Мы одиноки. И то, что вы называете богемой, богемным образом жизни, на самом деле попытка сбежать хоть на несколько часов. Сбежать от самого себя, забыться. Но как любой побег, все попытки обречены на провал. А зверь, который живет внутри нас, он спокойно сидит, ждет своего часа. Он отлично знает, куда бы мы ни бежали, он всегда будет рядом с нами до самого конца. Хвоста разомкнул мои.
Спасибо вам, мой добрый зритель. Спасибо вам за ваше терпение. Спасибо всем!